Оккупанты собираются выселять из захваченных регионов украинцев без российских паспортов. Так они усиливают давление на жителей для паспортизации. К чему готовится людям и какими последствиями грозит эта ситуация? Опять говорим сегодня. Владимир Путин издал очередной указ. По нему жители захваченных территорий должны подать документы на российский паспорт до конца этого года, иначе с 1 января они будут считаться иностранцами и не смогут постоянно проживать в оккупированных регионах. Уже сейчас те, кто не получил паспорт, должны проходить унизительную процедуру регистрации в местных отделениях МВД. Это очередное нарушение прав людей, потому что по своей воле далеко не все спешат брать российский паспорт. Раньше оккупанты уже заставляли брать паспорта под предлогом оформления пенсий, выплат зарплат бюджетникам, доступа к медицинским услугам и так далее. Такое принуждение проходило уже в несколько волн, в основном перед выборами. Последняя волна началась весной этого года, когда оккупанты заявили, что без российского паспорта жители не смогут доказать свое право на жилье. Судя по новым указам, россияне хотят до конца этого года полностью паспортизировать население или же выгнать его из захваченных регионов. Это нужно для того, чтобы оправдать оккупацию, мол, население теперь наши граждане. Поэтому гонения происходят и на переселенцах. Россия пытается добиться того, чтобы переселенцы, у которых украинские паспорта, не претендовали на свои дома. Кроме того, уже есть много случаев, когда ВПЛ с оккупированных территорий россияне не пускают назад. Предлог – отсутствие российского паспорта. Люди не могут защитить свое право на имущество и жилье, которое осталось на захваченных территориях и подлежит так называемой национализации. В глазах украинского государства жители в оккупации не теряют свое настоящее гражданство и своих прав. Получение российского паспорта никак на это не влияет. Даже если оккупанты заставляют на камеру записывать слова про отказ от украинского гражданства. В свою очередь, россияне такими действиями опять нарушают международное право. Даже целый ряд норм. Украина же не признает, что жители захваченных территорий как-то поменяли свое гражданство. Еще больше проблем теперь будет возникать с недвижимостью в оккупации, ведь Украина не признает российские сделки, а оккупационные власти – украинские документы. В этом сложном вопросе будем разбираться в следующих видео. Подписывайтесь на канал Реальной газеты, чтобы их не пропустить.